Поиграю в классический, поиграю в крушитель луны. Выберем, наверное, все-таки знаешь кого? Возьмем Атласа. Да. Атлас у меня. А я забыл, что у меня есть, ребята, Атлас. Что-то я давно не играл Атласом. Монеты. Ох, на, получай. Так, чё ж я тебя не... У меня такое самонаведение не очень прям хорошее. Мимо стреляет и все тут. Вот сейчас. Вот надо в каком-то месте определенном встать, чтобы попадать в эти самые, во вражеские танки. О! Получи. С одной стороны, хорошо, стреляешь, и получается он ракеты противника уничтожает. Это неплохо. О! Готов. Следующий. Так, ждем, пока у нас полностью наполнится. Перезарядка произойдет. Так, что-то никого нету. А где танки все? Алло. Так, вот у нас. Танк. Ух ты. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Все, уничтожили. Так, вот еще один. Нужно подлечиться срочно. Все, здесь я и буду стоять. Стрелять вас. Да, долгая перезарядка, капец. Все, идем дальше. О, монетки. О, мне нужно хотя бы 600 монет сегодня заработать. Так, есть один готов. Так, сейчас еще будут танки. Сейчас они... А где? А, вот он едет. Едет один. На. Да ё-моё, такая перезарядка долго. Ну что ж такое? Все, уничтожили. И ждем. Вот он едет у нас, босс. Так, надо главное встать удобно. Вот в таком месте. Опа, на, держи. Тихо. Как же мне тебя щелкнуть? Готов. Еще один ударчик и все. Наконец-то. Все, быстренько сейчас подлечимся. Даже можно даже свою использовать. Вот так вот, уже получше. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. На, получай. О, здесь в хорошем месте, я удобно стал. Сейчас постоим, подождем. Где у нас будут еще танки? Ну, никого нету. Нету ни одного танка. Ладно, пошли тогда. Тогда пойдем. Ну, что делать? Могут и щелкнуть, конечно, меня. Надо в хорошее место встать, в удобное, чтобы ракетки. Вот здесь. Вот так, есть один, готов. Следующий. Ребятушки, получайте. Ударчик. Оп. Да ты что такой, а? Настырный-то. Что ж ты настырный такой? Что ж тебе не сидится дома, не спится, а? В своей комнатке какой-нибудь. В комнатке. Лег бы, да, поспал бы. Потому что уже поздно, уже ночь. Они ездят и стреляют. И, ну, защищают рубежи луны. Ну, что ж поделаешь. Я тут даже не знаю, кто защищает. Я защищаю рубежи луны или они? Кто у нас, у кого наступление? Либо просто у каждого своя территория. Каждый свою территорию защищает. Во. Вот так, наверное, скорее всего. Так, ну где у нас тут? Кто? Танки-то. Так, монетки вижу. Вот, едут. Чуваки. Так, один готов. Вот, и тут еще куча танков. Вот, и смотри, сколько много танков-то едут. Все, а мы в этом месте будем стоять сейчас и стрелять. Так, перезарядка долгая, капец. Так, ну все, пошли. Так, 699 монет уже. А я хотел 600 заработать, ну заработал почти что 700. Да, 700 уже есть. Атлас, супер танк. Современный. Я бы сказал бы даже. Более технологичный, по идее. Но вот эти вот долгие перезарядки его, конечно, не радуют меня.
О, сейчас все уничтожит. Да, уничтожи мой танк. Ну что, сколько тут заработал-то денег? 210 монет всего лишь заработал. Давайте поиграем в классический, поиграем в схватку с боссом. И выберем, конечно же, я выберу Титана. Вот мой хороший Титанчик, давай, тебе нужно поработать вот сегодня. Поработать против боссов. Так, играем мы в пустыне. Первый у нас босс — удар грома. Ух ты, смотри, на, ты меня еще стрельнул. Успел даже меня стрельнуть один раз. Один разочек. Ну да ладно. Так, армада. Ё-моё, давай я сюда. На, получай. Опа, готов. Угу. Легион. Легион, давай, иди сюда. На. Ух ты, ё-моё, какие у тебя ракеты большие. Большущие ракеты. Не было бы здесь, ребята, вертолетов, это было бы хорошо. Тогда бы чисто вот, ну, сделали бы просто чисто танк с танком воюет. А то вот эти вот вертолеты, которые конкретно нас гасят. Да, да, да. Вот именно вертолеты нас гасят. На, получи. Видишь, смотри, какой удар у меня. Как мне он подсиропил-то сильно. Ладно, здесь сейчас постоим. Опа, готов. И еще один ударчик у тебя. На, попаду в тебя, нет? На, есть. Разбили мы. Ну, хотя вертолетчики много дают денег. Угу. Есть ударчик один. Ладно, сейчас по-другому сделаем. Так, едь сюда. На, удар. На еще. Блин. Смотри, как он у меня... Вот этими своими вонючими ракетами. У меня уже, смотри, сколько здоровья мало. Есть. Есть. Щелкнули мы. Так, дальше. Дальше у нас лазерная пасть. Босс. Мы сейчас здесь станем. И не будем давать ему проходу. Подлечимся сразу немножко. На. Раз удар. Два. Три. Четыре. Еще пять. Еще один удар, пожалуйста. На, готов. Все, он мне не нанес удар. Мне наносят удары в основном это вертолетчики, ребята. Танки мне ничего плохого не делают обычно. Так, здесь сейчас станем вот так вот. Оп. Мимо. Раз. Два. Три. Ах ты гад, смотри, что он делает, а. Да. Ну ничего страшного. Все, уничтожили. Здесь такая тоже тактика нужна. Угу. Тактика важна. Так, ладно, раз. О, попадание. Попадание еще хорошее. Ой, хорошо, попадаем. Он не успеет доехать до нас. Наверное. А, нет, успел, начал стрелять. Смотри, что творит. Ага. Так, вот этого что? Вот этого наоборот, надо поближе к нему вставать. Угу, сейчас подъедем. Ой, а почему я здесь нахожусь? Почему так далеко? Давай, вот смотри, мы поближе сейчас станем к нему. Да ё-моё, ты меня не переворачивай. Все, готов. Давай, Максим, блин, остановились мы. Так, у кнута другая тактика. Сейчас посмотрим. Подъедем сейчас. Опа. Тоже можно, в принципе, вблизи его стрелять. Он стреляет, и вот эти вот ракетки далеко отходят просто, и все. Так, вертолетчики пошли. Гонец ада. Гонец. На тебе, гонец. Иди, возвращайся в свой ад. Вонючка. Есть. О, 1500 монет. Следующий. Бомбардир. Давай. Вот этот меня может уничтожить своими вот этими ракетами. Опа. На еще. Есть. Тихо. Оп. Ладно. Тактика такая. Оп, на тебе. Еще на. Ой-о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 й. Зачем столько ты много ракет кидаешь, а, вонючка? Есть. Теперь лазерная пасть. А, нет, да, лазерная пасть едет ко мне. Сейчас попробуем его щелкнуть. Так, отъедем подальше вот здесь станем.
Давай, сюда. Нет, надо поближе. Вот, в этом месте. В этом месте стоим. Где он? А вот он едет. Раз, удар. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Да что ж такое? Да сколько тебе надо стрелять-то, а? Да ё-моё, он сейчас меня щелкнет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, отъезжаем. Все, есть, готов. Угу. Так, Грома, сейчас попробуем как-нибудь его. Другая тактика. Тактика такая, смотри. Раз. Два. Отъезжаем. Сейчас он стрелять будет. О, три. Четыре. Пять. Есть. Это хорошо, что мы его уничтожили. Почти что 2000 монет у нас есть теперь. Так, армада. А, армада, армада, армада. У тебя я, наверное, не смогу. Не получится, блин, наверное. Раз удар, два удар. А, все, одно попадание было.